Интересно, для нас война закончится, когда мы все личные достижения получим? Или еще за клан будем мучиться? Миллиардов 27 миллионов. А нужно 5 миллиардов 130 миллионов.
хочу здесь. Плитка 49, только что было 48. Так, комбинировать 39. Жуть. Вот поднабрался, сколько материалов. Экспроприировал у экспроприаторов. Этих материалов можно делать симпатичные вещи. Шляпы, шлемы, броня, оружие, обувь, амулеты. Но это потом. Это все дорого. Больше, чем нужно. Больше, чем нужно. Значит, мы уже получили 100 с чем-то тысяч. Да. Сколько получили? 135 тысяч. Здесь как было 300 тысяч, так и торчит. А почему, непонятно. Клан. Клановые достижения. 20 тысяч дают, а максимум 65. За личные достижения больше дают, чем за клановые. Королевство. Королевство. Воюют. Это проиграли, это проиграли, это выиграли. Thank you.
это так, то что бесплатно. Статус активен 105 недель. Поэтому так все бесплатненько и мгновенно. Но не все. Вот эти белые тоже, а зеленые уже. Или необыкновенное, или то и другое. Благодаря VIP-статусу рекомендую покупать его за золото, а не за реальные деньги. Тем более, что золото вручают за ежедневные заходы в игру. Зеленые уже за денежки. А мы подождем, когда зеленые будут бесплатно. Должны же когда-нибудь бесплатно делать. В зависимости от уровня VIP. Можно его увеличить. Совсем скоро 21 уровень. А сколько их там всего? Жуть сколько. О, 40 уровней. А мы на 20-м.
начинается прокачка героя вот через вот эти вот задания. А задания применить с легкостью делаются за счет активного VIP-статуса. На 20 уровне VIP-статуса, а что можно делать? Не вот так вот. 6 минут, 12 минут, о, час 8 минут будете делать это задание, чтобы получить ресурсы и очки опыта для прокачки героя и шамана. А так, на начальном уровне VIP-статуса там какого-то, можно вот так вот делать, оп, а сейчас можно вот так, оп, а это только вот эти личные задания, клановые задания, для этого нужно клан делать, даже если вы один будете в клане, лучше сделать, чтобы получить клановые задания. А, через 4 минуты это обновится все. О, сколько у нас накопилось? 644. А. Можно будет использовать вот так вот. Когда будет соответствующее задание, здесь событие, выполнение заданий, охота за заданиями, о, как раз, можно будет выполнять задание и получать золото, а сколько максимум, 120 тысяч золотых. Это хорошо. Что-то нас обшулили. Должно было увеличиться количество золота на 135 тысяч. Почему не увеличилось? Было 1 300 000, так осталось. Такая несправедливость в мире. Что делать? Что делать? Мы прокачались и пока взяли паузу на прокачку. Дворец нужно потратить 320 тысяч или ресурсы жуткое количество и 20 недель времени. 20 недель и 2 дня. Ужас. Ужас. Нам это надо? Нет. Поэтому мы паузу сделали с прокачкой. Ничего не дают. Накачать героя здесь и бороться с захватчиками. И все. Остальное никому не нужно. Будь это все. Вообще.
фрагмент руну. Такой-то, сякой-то. Это застрелиться не встать. Сколько этих рун собирать? Это на годы, на годы. Развлечение этих. О, все никак не можем собрать. Ни одной руны. Как было 760, так и осталось. Мертво. О, обновились задания. Это вот так, а это пока тяжкий труд. Все равно экономия. Мало того, что VIP-статус можно прокачивать, еще и продлить можно. Прокачивать. Здесь продлевать. Нужно вкладывать деньги реальные. Вот здесь вот дают ежедневно награду, там может быть 30 тысяч золотых и еще ежедневные награды за вход. Вот здесь вот 100 тысяч за 30-й день золотых. Еще сундучок вот за этой физиономией. Спрятан сундучок. Вы его не видите, а мы видим, нажимаем на него и получаем иногда золото. А сейчас мы получили солдатиков 4-го уровня. Потихонечку собирать можно их из этих сундучков, они вываливаются и складируются в госпиталь. Их честные самаритяне приходят, убивают, вы их лечите, и даже не надо никого. Никого не надо тренировать. Вообще рекомендуется постоянно тренировать, постоянно их посылать на войну куда-нибудь, нападают на всех, вы нападаете, на вас нападают, вы гуляй поле такое, шуть.
но можно приобрести щит, который за какие-то денежки можно купить. Преодоление щита. Разбить щит и все равно ограбить. А щит можно вот здесь. Предметы военные. О, на 3 дня можно щит, на 24 часа и на 8 часов. Когда побеждаете, вам выдают по 200 миллионов ресурсов каждого. Серебро, камень, железо, дерево, еда. Еду вот эти вот проглотики скушают, если их исцелить. Если их вовремя соседи не угробят. Здесь грабят друг друга перемещалками. Вот такими вот. Перемещаются. Грабят, потом еще летят, летят, находят кого-нибудь. Опять перемещаются рядышком. Грабят и так далее. Вот товарищ надел щит и грабит. Небось. Такой нехороший. Фу. Вообще, вообще это. Чему только учат подрастающее поколение. Грабежам, убийствам. Такая мерзость, эти компьютерные игры. Жуть. Как вы можете в это играть? Тошнотворное дело, тошнотворное. Сразу золотые ресурсы могут выпасть, а могут и не выпасть. Поэтому мы предпочитаем захватчиков первого уровня. Нам торопиться некуда, а ресурсы не тратим. Восстановление энергии героя, расход энергии, увеличение урона героя, увеличение энергии героя и так далее. Вот это очень много требуется, чтобы угробить захватчика большого уровня. Но можно прокачать еще. Вот здесь знания. Захватчики. И тогда будет полегче. Пятый уровень у нас еще не прокачан. Захватчики пятого уровня, шестого уровня и так далее. Я говорил, что это на годы игра.
говорил. Точно. Где здесь это? Видите, что здесь творится? Жуть. Так вот, первое королевство. В 15 году основано. 22.04.15. А наше королевство. Королевство 39 тысяч городов, основано 29.10.19 года. Скоро появится еще одно новенькое. Новый герой вроде бы появился.